Всем привет, друзья! 30 июня компания Apple выпустила публичную бета-версию iOS 15. А это значит, что сейчас любой желающий может принять участие в бета-тестировании и установить iOS 15 на свое устройство. Я уже обновил все свои телефоны и решил записать для вас тест, в котором мы проверим работу приложений, оперативной памяти, батареи, общую производительность и проведем тесты AnTuTu. И, конечно, сравним результаты этой паблик беты с версией для разработчиков, которую я тестировал месяц назад. И это видео вам очень понравилось. Как обычно, слева направо я расположил своих сегодняшних подопытных. iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 и самый актуальный из моих телефонов iPhone 11. На каждый из них я установил публичную бету, после чего телефоны целую ночь приходили в себя и, по сути, должны были немного устаканиться. Сразу имейте это в виду, потому что вы любите писать, что телефонам нужно давать время на оптимизацию, вот я им его и выделил. Оставшуюся емкость аккумулятора на каждом телефоне я тоже покажу, чтобы все было по-честному. После установки паблик беты только iPhone 11 потерял 1% емкости, у него было 87%, а стало 86%. Все телефоны заряжены до 100%, везде установлена максимальная яркость, Bluetooth, Wi-Fi и AirDrop у меня тоже постоянно включены, поэтому их я оставлю, чтобы не создавать идеальные условия тестирования. Предлагаю начать с теста AnTuTu, пока айфоны холодные и не забиты никакими процессами. Мне самому очень интересно, будут ли отличаться полученные результаты от версии для разработчиков и насколько сильно. Прожимаем лайк за мои старания уже в который раз запустить этот тест одновременно на 5 айфонах. И давайте смотреть. На первом простецком тесте iPhone 11 по традиции начал тупить на пару с iPhone SE. Ну, ему хотя бы простительно, 7-й год получает обновление, как-никак. В последнее время приложение AnTuTu работает очень нестабильно и у многих пользователей даже не запускается. Особенно на iOS 14.5 и iOS 14.6. Мне в этот раз повезло и я смог запустить его на каждом iPhone. Кажется, что в первом тесте iPhone SE уж очень тормозит и лагает. Но далее телефон все-таки собирает все свои силы и догоняет оппонентов. Что касается нагрева и сброса яркости, все телефоны невероятно горячие и яркость понижают как положено. Даже iPhone 11. Единственный, кто яркость не сбросил, это iPhone 10. Не знаю, как так получается, но как и на версии для разработчиков, так и на паблик бете телефон яркость сохраняет всегда. Пока что iPhone 8 и iPhone 11 лидируют по скорости прохождения, но на iPhone 8 и младших моделях нет третьего графического теста, который сейчас запустился и доступен начиная с iPhone 10 и выше. Обращайте внимание на плавность или же наоборот на дерганность и пишите в комментариях, какой iPhone по вашему мнению справляется лучше всего. Также, если у вас установлена публичная версия iOS 15, пожалуйста, проведите такой же тест на своем устройстве и поделитесь результатами в комментариях. Мне и всем другим пользователям это будет очень полезно. Тест AnTuTu подходит к концу, и айфончики начинают восстанавливать яркость экрана. Вот и iPhone 7 уже пришел в себя, а то ему обычно требуется больше времени. Первым айфоном, завершившим тест AnTuTu, становится iPhone 8. Как и на версии для разработчиков, телефон стал лидером, набрав при этом 192 тысячи баллов. Вторым по скорости прохождения стал iPhone SE и набрал 144 тысячи баллов. Яркость экрана телефон, кстати, так и не восстановил. С разницей в одну секунду справляется iPhone 11 и iPhone 10. Но при этом на десятке показатель получился слишком низким, как мне кажется. Всего 176 тысяч, а на iPhone 11 379 тысяч. Тоже маловато, но и ветеран моих тестов iPhone 7 оказывается последним и набирает 133 тысячи баллов. Это очень мало. Чтобы вы понимали, сейчас я покажу, какие результаты у меня получились на первой девелопер бете и просто сравните их с публичным бета-релизом. Разница существенная, и я думаю, все это понимают. Хотя телефоны я тестировал те же самые и в тех же условиях. Жду ваше мнение в комментариях.
Покажу оставшийся заряд на телефонах за 20 минут их работы, включая тест AnTuTu. По аккумулятору дела стали лучше, уже начиная со второй девелопер беты. И если раньше за такое же время телефоны разряжались сильнее, то сейчас заряд держится намного дольше, даже на старых моделях. И вот это действительно очень хорошо. Радует, что наконец-таки компания занялась оптимизацией батареи. Предлагаю проверить работу приложений и заодно оперативной памяти на всех 5 айфонах. Для этого открываем первое проблемное приложение App Store. Напомню, ранее оно могло вообще не работать и не подгружать никаких данных. Сейчас на всех телефонах все стабильно открылось и загрузилось. Второе приложение ВКонтакте. Тоже все нормально здесь. Открываем заодно и Instagram. Лента прогрузилась, все работает. С социальными сетями проблем как таковых не было, но все равно проверяю, мало ли. Тут на бетах раз на раз не приходится. YouTube у меня тоже работает на всех 5 телефонах. Хотя в прошлый раз на iPhone 8 YouTube отказался входить в аккаунты и показывать рекомендации. Сейчас все поправили. Игрушка у нас на очереди. Телефоны уже снова немного напряглись, но при этом запускают ее практически одновременно. Единственное, на iPhone 11 почему-то нарисовался Game Center, но это ничего страшного, так ведь? Приложение все айфончики запустили и PUBG вторая игрушка, которую открываю, потому что вы всегда очень просите протестировать именно эту игру и посмотреть, как она будет издеваться над телефонами на бета-версии. По скорости запуска, как и все версии для разработчиков, разницы прям огромной нет. Конечно, новые модели превосходят старые, это понятно, но радует, что ничего хотя бы не вылетело, потому что это как-никак бета. Тестировать в PUBG будем ровно 15 минут. Персонажей я отправляю в свободное плавание и ускоряю видео. Если что-то замечу интересное, обязательно покажу. За первые несколько минут игры iPhone 8 уже успел сбросить яркость экрана. Он, кстати, единственный, кто ее сбросил. А на iPhone 7 моего персонажа убили, поэтому пришлось запускать бой заново. Но больше всего меня удивил iPhone 10. Пока я разбирался с iPhone 7, десятка, видимо, так нагрелась, что PUBG начал ужасно тормозить и лагать. Но яркость телефон не сбросил, это даже забавно. На девелопер бете в PUBG лагал только iPhone 7, а iPhone 10 работал просто отлично. Сейчас, похоже, телефоны решили поменяться ролями. И вообще, когда я обновил iPhone 10 до паблик беты, сразу заметил, что телефон стал работать хуже и тормозить. Поэтому на десятке я однозначно вернусь на версию для разработчиков. Дальше по ходу игры лагов я не заметил ни на одном телефоне. Они просто сбрасывали яркость до минимума из-за сильного нагрева, но не тормозили. Кроме iPhone 10, конечно же. Он у меня яркость не сбрасывает уже второе видео подряд. iPhone SE тоже хоть и старенький телефончик, но держится очень хорошо и не лагает. Давайте поддержим этого старичка лайком за его сражение уже 7 лет подряд. 15 минут игры прошло, телефоны сильно нагрелись. Выхожу на рабочий стол и сразу открываю панель управления с оставшимися процентами заряда. Показатели батареи меня радуют больше всего в этой бете, потому что автономность телефонов на 100% стала лучше. Сравните с тем, как телефоны разрядились после игры в PUBG на версии для разработчиков, особенно старые модели. Сейчас все в десятки раз лучше, и если релизная версия по батарее будет именно такой, то ваши старые и новые айфончики будут жить гораздо дольше. Ранее мы открывали несколько приложений. Давайте проверим работу оперативной памяти. App Store остался на всех айфонах и не вылетел. Перехожу в ВК. И здесь нас ждет сюрприз. Приложение вылетело на 3 айфонах из 5. Один косяк по оперативной памяти уже есть. Приложение Instagram сохранилось, как и ранее загруженная лента. Перехожу в YouTube. И YouTube тоже сохранился вместе с рекомендациями. Первая игрушка, которую мы открывали, успешно вылетела на 7 айфоне. На всех остальных сохранилась.
Возвращаюсь в PUBG. И здесь такая же история, только на iPhone 7 PUBG вылетел. С оперативной памятью все не так хорошо, как могло бы быть. На девелопер-версии ни одно приложение ни на одном телефоне у меня не вылетело. А здесь вы сами видите, какой результат. И по традиции я решил окончательно добить все свои айфоны и после боев в PUBG устроить им тест AnTuTu. На холодную показатели уже были плохими, а после нагрузки, да еще и на бете, мне кажется, будет настоящая катастрофа. Но тем интереснее. Запускаю тест одновременно на всех 5 айфонах и уже не надеюсь ни на какое чудо. А вы, мои дорогие зрители, пожалуйста, оставляйте в комментариях свое мнение о работе данных устройств на паблик-бете iOS 15. И если у вас тоже установлена эта версия, пишите свои показатели в тесте AnTuTu. iPhone 11, кстати, сразу сбросил яркость и сбрасывал ее несколько раз, несмотря на то, что это один из самых актуальных телефонов на данный момент. Ну и это не говоря уже про совсем старые модели. iPhone 7 и iPhone SE хоть и греются как печка, но все еще пытаются сражаться. Теперь уж и под управлением iOS 15. Смогут ли их довести до ума перед релизом системы, это нам тоже предстоит проверить. Ну и вот какие результаты мы имеем после PUBG и после нагрева. Я, конечно, понимаю, что iPhone 7 может опуститься хуже некуда, и iPhone SE туда же из-за того, что телефону 7 лет как-никак. Но на какое дно провалился iPhone 10 со своими баллами, это ужас. 137 тысяч – это почти столько же, сколько на iPhone 7, и SE там же недалеко. Я очень разочарован и не меньше удивлен, что такое могло произойти. Как я и говорил ранее, реально чувствуется, что iPhone 10 не в своей тарелке на паблик-версии iOS 15. Поэтому лучше на нее не обновляться, если у вас десятка. Оставшиеся заряды аккумулятора после 50 минут тестирования также на ваших экранах. Тест батареи при просмотре видео на YouTube – это последний тест, который осталось провести, чтобы выяснить, как быстро айфоны уйдут в ноль от полного заряда аккумулятора. Телефоны снова дозаряжены до 100% и готовы к тесту. Напоминаю, что тестируем мы все при максимальной яркости и громкости наполовину. Bluetooth, Wi-Fi и AirDrop также оставил включенными для большей реалистичности. Качество видео на YouTube установлено максимальное, Full HD. Ну и по вашим многочисленным просьбам, я установил белую тему YouTube на iPhone 10, из-за того, что этот экран здесь AMOLED, и при белой теме он якобы сядет быстрее, чем при темной. Ну вот мы и посмотрим. Спустя первый час тестирования появились первые результаты. iPhone SE просел сильнее всех, а iPhone 10 сохранил наибольший заряд и немного превзошел iPhone 11. iPhone 7 и iPhone 8 спустя час держатся одинаково, хотя емкости батарей у них разные. Я показывал их в начале этого видео. Спустя второй час только iPhone SE и iPhone 8 потеряли больше половины своего заряда. На грани и iPhone 7, а вот iPhone 10 и iPhone 11, похоже, не планируют быстро расставаться с зарядом. Спустя 3 часа iPhone SE с 8 просели еще сильнее, до 11 и 18% соответственно. Похоже, что это первые кандидаты на выключение. До 4 часов, думаю, не дотянуть и iPhone 7. iPhone SE тем временем пытается выключиться, но в итоге он завис в таком состоянии еще на 10 минут. Общее время работы 3 часа и 43 минуты. Вторым выключился iPhone 8, проработав на 1 минуту дольше. До 4 часов эти айфоны не дожили. И как только я открыл шторку, чтобы проверить заряд, iPhone 7 тоже выключился и все-таки дотянул до 4 часов автономной работы. За это ему почет и лайк. iPhone 10 в белой теме все-таки разряжается быстрее, чем в темной. Его итоговое время работы 4 часа и 29 минут. Но если включить темную тему, я уверен, там все 6 часов будет. Ну и наш победитель на сегодня это iPhone 11. Он проработал 4 часа и 41 минуту. Вот такие вот показатели. Очень хорошие и даже лучше, чем на Developer Beta. Сравните сами. Надеюсь, это видео было полезным для каждого, кто хотел обновиться на бета-версию iOS 15, но не мог определиться, а стоит ли это вообще делать.
Подписывайтесь на мой канал, здесь регулярно выходит видео такого формата и другие видео, в которых я показываю, как работают айфоны на разных версиях iOS. Обои, установленные на экранах телефонов, вы можете скачать в моем телеграм-канале по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца, до новых встреч!